Я, Ярошенко Павел Сафронович, мне через полтора месяца 95 лет. В 43-м году добровольцем ушел в действующую армию. Я лично дошел пешком от Славгорода до Берлина и не просто дошел, а оттянул связь. Воевал я рядовым связистом. Берлин мы взяли. Немцы уже идут и снимают оружие, скидывают, скидывают. Вот перед нами растет гора эта немецкая. Я первый объявил своим: ребята, войне конец, пляши, кричи, ура и так далее. Сами себе наловили карпов в немецком пруду. Рыбы было до отвалу. Праздничный обед. А потом был салют. С Днем Победы, мои дорогие соотечественники. Живите счастливо и радостно. Пусть наш военный труд не пропадет даром. Пусть он окупится в вашей, так сказать, мирной, счастливой жизни.